Высококвалифицированный юрист в 40 лет бросает карьеру, становится дизайнером и начинает бороться за экологию. Проводить мастер-классы, делать невероятные вещи из того, что другие считают мусором. Екатерину Воронцову можно описать одним словом – удивительное. Все банально просто. Художник должен оставаться голодным. Взяли новую квартиру, взяли ипотеку, и на мебель не было денег. Это комод, он тоже из картона. Вы обратили внимание, из чего сделан этот столик, на котором мы пьем кофе? Нет. Это настоящие книги. У меня тоже не поднялась рука их выбросить. Подождите. Это настоящие книги? Это настоящие книги. Они собраны на единый штифт, покрыты краской. Можно делать диваны. Можно книг? Из книг. Была тенденция, делали сумки из книг. Вот элементарно. Смотрите, упаковка для яиц. Прекрасный сейчас на носу Новый год. Взяли с детишками, сделали элементарные украшения, елочные шары. Это из упаковки от яиц. То есть сделано из вот этих, да, выпуклых частей. Пожалуйста, еще один уникальный предмет. Люстра. Очень захотелось итальянскую красивую люстру. Но она дорого стоила. И я решила повторить. Долго думала, из чего повторить. А так как шел ремонт, было много силиконового герметика. Я прям не могу не потрогать ее. У итальянцев сколько такая стоит? Ну, где-то она 5000 евро стоила. Знаете, что я сделала? А угадайте, из чего вот это кольцо, к примеру? Надо пощупать. Пощупайте. Это что-то металлическое. Нет. Это то, что мы выбрасываем, то, что гниет по 500 лет в земле. Это обычные CD-диски, которыми уже никто не пользуется. Да ладно. Вот это? Это вот кофейная капсула, алюминий, 500 лет гниет. Это обычные кредитные карты. CD-диски, пожалуйста, разнообразие, в любом цвете, тоже CD-диски. CD-диски. Пожалуйста, пластиковая упаковка, в которой печенье прозрачное покупаем. Попробуйте угадать, из чего это. Никто пока не угадал. Ну, это шар, мяч какой-то. Кто угадает, тому подарим это кольцо. Почему нет? То, чем вы пользуетесь каждый день, сделано из пластика, что очень засоряет нашу землю. Пишите у нас в комментариях на Ютубе, если отгадаете. Кольцо ваше. Кольцо ваше, да. Поменялось, наверное, сознание, потому что сейчас вот даже своей бижутерной коллекции я с этим сталкиваюсь. Подходят люди, которые предпочитают купить лучше бриллианты, подороже. Это уровень сознания, когда эго-сознание переходит уже в эко-сознание. И вот у вас даже, смотрите, я посмотрела, из пластика браслетик. Это же не просто наверняка пластик, это на желание. Переработанный сегмент. Вот. Вам не стыдно? Вы наоборот гордитесь этим, правильно? Это уже другой уровень сознания. Наталья Владимирова, Максим Ашихмин и Екатерина Бутовская. Новости 360.